Я смотрю, вы собрались выйти из лабиринта. Не получится. Без моего разрешения этого не может быть. Я перестроил лабиринт так, что вы будете блуждать в нем снова и снова. Чтобы выйти из лабиринта времени, детям из лагеря «Звездочка» нужно удивить и поразить его хозяина. Это испытание стало последним заданием третьей творческой смены. 21 день подростки провели в лабиринте времени, проходили квесты, участвовали в играх, конкурсах, состязаниях и не только. Погода немного нас подвела, но мы тоже к этому относимся, как к одному из испытания лабиринтом. Вот, то есть как бы мы философски подошли к этому вопросу. По сложившейся традиции, в третью смену в «Звездочку» отправляются участники творческих коллективов Заречного. Юные танцоры, художники, вокалисты, актеры, артисты цирка. В этом году здесь отдохнули 330 подростков. Она была вообще суперская, это моя самая лучшая смена, наверное, вообще в «Звездочке». В этой смене были самые дружелюбные, самые классные ребята, с которыми я со всеми подружилась. И я хочу, чтобы в следующем году мы поехали тем же составом. Вообще, я думаю, что будет как-то скучно. Первый раз, когда ездил, было как-то даже скучно, тоскливо. А сейчас это вот просто рай. Я думал, что здесь будет весело очень. Интересно, и будут очень хорошие воспитатели. Вместе с педагогами дети делали то, что умеют лучше всего. Творили, выдумывали, заряжались творчеством и позитивом. Даже к лагерной традиции в последнюю ночь в смене мазать друг друга пастой они подошли по-своему и значительно расширили арсенал средств. Мы собирались мазать и фломастерами, и пастой, и тенями для глаз, для бровей. Все, что можно. Да. И гуашь, и акварель, все вообще, что маски. Есть в лагере, все. Но мы надеемся, что на нас не обидится, потому что мы не со злости, а просто ради веселья. Творческая смена – это своего рода перезагрузка для детей. Во время отдыха они набираются сил и вдохновения, чтобы подготовиться к новому сезону и учебному году. Я думаю, что смена прошла продуктивно, что вы все подружились, чему-то научились, да? И обязательно этим поделитесь в городе со своими одноклассниками, друзьями, ну и, конечно, с родителями. На церемонии закрытия третьей смены дети выполнили задание хозяина лабиринта времени и поразили не только его, но и зрителей в зале. Каждый отряд подготовил яркое мини-представление. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».